Сегодня мы вам расскажем самый простейший способ приготовить вкуснейший суп. И самое главное, что вкусный суп не может быть не острым, поэтому мы добавляем в суп прекрасный соус табаско американского производства. Добавляем чуть-чуть. Так, чтобы глазки вылазили из орбит, так, понимаете? Повышает аппетит и убивает всякую дрянь. Поэтому китайский melt soup, it's my favorite dish for today. And my friend Igor will say you how he does it, how can he prepare here burger. Okay. This burger is named as a limousine. It's so easy. Just to look and repeat with me. Решил я, значит, не прощаясь с театром, работать здесь, в Германии, выходной, а я на дорогу. Там... Туда, и туда. Главное, без аварии все будет. Да.